Привет всем, с вами я, Жажа, и сегодня покажу вам секрет в GTA Vice City Stories, как получить пуленепробиваемыми колесами. Во, надо было заканчивать этой фразой. В общем, огнеупорный, уникально окрашенный перенял с пуленепробиваемыми колесами. Вот так вот. Это вновь миссия за Фила, называется Truck Stop. Да-да-да. Садимся в машину. Вот и он, наш уникальный перенял. И все, что надо сделать, это банально его утопить. Это, наверное, одна из самых легких машин, которую можно получить в GTA Vice City Stories. Итак, как это делается? Мы едем вот сюда, для тех, кто не знает, где это. Затем, под небольшим углом, ну, немножко надо было подальше начать. Вот, наверное, отсюда где-нибудь. Теперь под... Нет, я сказал под углом. Так вот. Заезжаем, мягко говоря, в воду. И все. Фил's car was destroyed. Мы спокойненько выезжаем. И мы получаем уникально окрашенный. Почему он уникально окрашенный? Да, ездит розовый, но они не настолько розовые. Не знаю, как я объяснил. Но, в общем, поверьте, цвет уникален. Затем... огнеупорность. Так, главное, самому бы не загореться. Как вы видите, она попала под... Ух ты ж, ё-моё, вода! А нет, я не сгорел. Ну ладно, в общем, она попала под действие коктейля Молотова, но не загорелась. И пуль непробиваемые колеса. Где моя снайперка? Вот моя снайперка. Раз. Два. Ну вот, в принципе-то и все. Не думаю, что вам стоит показывать очень много колес. Тем более, они никогда не пробьются, если вы будете стрелять из них. Точнее, по ним. Ну вот, в принципе, и все. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, Заза. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.